Так, будьте любезны, Венера 2 мая 2020 года над Харьковом. .2039 по Киеву. Серпик становится все уже. Раньше выйти поснимать не получилось, потому как у нас тут были аномальные погодные какие-то условия. Полевые бури. Впервые в жизни видел я Харьков. Так, это была Венера. Сейчас посмотрим на Луну. Уже больше половины освещено. Вот так, наверное, да? Не дает маленький экранчик оценить, насколько резкость наведена корректно. То, что я вижу здесь, выглядит просто обалденно. Видно рельеф. А вот он наш. Идеально круглый кратер слева в верхнем углу, Платон, да, это же он, сколько он там, по-моему, 80 километров в диаметре. Красоте. Да, конечно, вообще не думал, что получится поснимать, потому что сейчас надо мной небо аккуратно половину затянуто облаками, тучами грозовыми. Ну, по счастливому стечению обстоятельств, именно там, где Луна и Венера, этих облаков нет. И они стоят как вкопанные. Уже несколько часов эти облака. Да, сейчас вот эту нижнюю часть попробуем снять. Да, и даже ветерок стих. Да, это даже не фотоаппарат колеблется, это атмосфера Земли такие искажения дает. Так, сейчас попробую самый низ захватить. По-моему, красоте. 125 крат оптическое увеличение, 4 цифровое. Фотоаппарат Nikon Compix 5000.
Да, как будто камешком набросали в жидкую грязь. Следы от кратеров. Это так и застыло. Симпатично. Ты представляешь, я делал шаг по земле в метре от камеры, а оно передается все. Опс. Давай вот так, наверное. Прямо рядом с луной сейчас облака справа. Ну дает поснимать нам погодка. Так, еще разок смещаемся. Чуть-чуть здесь ветерочек, ну что ж ты поделаешь. Ладушки. Второго мая 2020 года, Харьков, 20:48 по Киеву. Сейчас попробую на автоматических настройках поснимать.